состоялось долгожданное открытие театрального сезона в городе Конаково. На сцену Дворца культуры имени Воровского вышли актеры Народного театра Ирины Герман, чтобы рассказать зрителю непровинциальную историю. Впервые Ирина Витальевна ставила эту пьесу в 1983-м. Это была ее дебютная работа в Конаково. Особенно эта премьера стала и для главных героев. Мы его делали как бенефис в первую очередь для двух актеров. Это Борис Алексеевич Левченко, которому летом исполнилось 85 лет, и Тамара Ивановна Васильева, которой также летом исполнилось 80 лет. Мы, конечно, хотели сделать это до, и 22 марта мы должны были играть этот спектакль, и были проданы билеты, но мы все знаем, куда мы попали, и никто не представлял, что этот спектакль мы сыграем через полгода. Премьера состоялась накануне еще одной символичной даты – 1 октября, День пожилого человека. Непровинциальная история раскрывает судьбы людей поживших, показывает взаимоотношения стариков и молодых, учит понимать и с теплом в сердце прислушиваться к родным людям. А это ой, спасибо! Ну, стоило ли так тратиться? Сборник монгольских загадок. Я польщен. Эту историю жизни актеры смогли подать с юмором. Оценили зрители интригующий сюжет и непревзойденную сценическую игру. Аплодировали в этот день стоя. Благодарили за долгожданный театральный праздник. Сам спектакль очень понравился. Я считаю, актерский состав подобран просто идеально. И сама задумка спектакля очень интересная. Повторный показ спектакля состоится уже завтра, 30 сентября, в 18:00. Билеты доступны в кассе ГДК имени Воровского.